Не пугайтесь, мы не спляшем. Не пугайтесь, не споем. Времени нам дали мало, краткий спич произнесем. Мы никак не ожидали, что придется здесь. Глаз у вас умел вверх, сцену вниси. Ведь в Москве он знаменит, ну а с вашим появлением всюду музыка звучит. В спальне, в классах, в коридор, тут труба, тут саксофон. Ходим, спим, едим, играем, всюду музыкальный фон. Нет покоя в школьном доме, вверх тормашками живем, расписание меняем. Все условия создаем, музыкальный класс открыли, и с надеждой мы живем, чтоб вы, гении, взрастили, как Блажевич. Очень ждем. А теперь по-нашему, по-шиповски. О, дорогие юбиляры! Мы вторглись в ваш священный храм, чтоб всем возвышенным хоралом воспеть ваш дух, приблизив вас к богам. Вы с музыкального Олимпа возлитесь благосклонностью на нас. Как Аполлон взирал на нос своих великих, ведя их за собой на творческий парус. Все день великий вашего рождения. Все музы в гости к вам, и мы, внимая с безграничным восхищением чарующие звуки красоты. О, красота! Ты музыкой зовешься, в сиих стенах рекою полноводной льешься. Ты наполняешь человеческие души, и растворить способна твердь земли и континентов суши. Гармонию сплетает, звучат аккорды. И в вечность превращаясь, исходит из-под ваших рук, собой заполнив все вокруг. И в мире царство лишь. О, рыцари Диеза Павиоли, волшебники скрипичного ключа, довольны будут сыны своей счастливой доли. Пусть в душах ваших не погаснет творческая свеча. Да будет благосклонна вам фортуна, своим перстом укажет в славе путь. Будет порой, порой темнист, извилист, труден, служением музыки не даст с него свернуть. С душевным трепетом мы вас сегодня поздравляем. Хвалебный гимн речей прольется в вашу честь. Пусть имя каждого на небосводе звездным засияет, собой украсит личный путь небес, уча других, в них безраздельно сердцем растворяйтесь. Не бойтесь снять со звуков таинство покров. Свой дар, талант, сомнение, мастерство передавайте, и ваши имена благословят уста вам преданных учеников. Thank you.
Thank you.
Сэмми Нестико. «Сладости». Аранжировка Юрия Щукарева.
класса школы имени Гордеевича при школе интернате номер 16. Дирижер Юрий Чикарев, соло на трубе и дирижер Ярослав Береков. Музыкальных классов при школе-интернате номер 16 Виктор Романов и Иван Кривалов. Класс преподавателя Алибова Евгения Анатольевича. Партия фортепиано, дипломант всероссийских и международных конкурсов Макарычева Татьяна Александровна. Государственного Российского Дома Народного Творчества, доцента кафедры оркестрового дирижирования Российской Академии Музыки имени Гнесиных Анатолия Ивановича Цеп. Добрый день, дорогие друзья! Всех с праздником, с вашим праздником! 30-м днем рождения школы имени Блажевича. Я хотел бы сказать, что все 30 лет школы имени Блажевича и Государственный Российский Дом Народного находится в очень тесном сотрудничестве. Это началось с Рэмом Муртазовичем, сейчас это продолжается с Андреем Юрьевичем Лебусовым. Очень много сделано всяких добрых дел школой. Буквально 5 лет назад, совсем вот недавно, был концерт в Большом зале консерватории. Будто бы вчера это все происходило, но за эти 5 лет уже столько сделано школой, продолжает развиваться, она расширяется. Мастерство потрясающее, я слушал первый оркестр, и вот сейчас оркестр школы-интерната, я хочу поздравить Надежду Валентину Боус с тем, что есть эти музыкальные классы в этом интернате, такой потрясающий оркестр, это просто здорово, это большое счастье. Конкурс, который проходит всероссийский конкурс имени Блажевича, это потрясающее достижение. И все это, конечно же, помогает территориям, регионам Российской Федерации. Мы с Владимиром выезжаем по России на
на фестивали, большие конкурсы. Мы проводим семинары всероссийские, в которых участвуют преподаватели школы. Уникальный педагогический состав собран. И маститые педагоги, народные артисты России, профессора и академик Гнесинки консерватории. Но и также Владимир Борисович привлекает к работе и молодежь. Студентов академии, только выпустившихся из академии, они получают высокое мастерство в тесном сотрудничестве с педагогами, с профессурой. И все это работает, конечно, на школу, на ее дальнейшее продвижение. Я думаю, что и во многом благодаря этой школе появляются духовые школы, аналогичные в Российской Федерации. Я хотел бы зачитать благодарственное письмо, если вы позволите. Государственный Российский Дом Народного Творчества выражает сердечную благодарность Московской городской детской музыкальной школе имени Блажевича, директора Левуса Владимира Григорьевича, за большой вклад в сохранение и развитие отечественных традиций исполнительства на духовых инструментах и связи с 30-летием со дня основания. Президент, председатель Российского комитета по сохранению материально-культурного наследия при комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Галина Семеновна Кунина, директор заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор Тамара Валентина Куртова. Это вам, пожалуйста. Это выполнит богатую коллекцию школы. Я знаю, что очень много дипломов, почетных грамот можно увидеть в школе на стенде. Это пополнит коллекцию, конечно. И вот это понос нашим логотипом Государственного Российского Дома, который находится в Свинчуковом переулке. Также, я думаю, будет как-то какое-то приносить тепло, да, в школе. И хотел бы я еще от имени родителей, потому что у меня занимается мой ребенок в этой школе, он ученик школы Блажевича, от имени родителей выразить благодарность всем-всем преподавателям, директору, конечно же, с этим большим успехом, которого достигла уже школа. И я думаю, обязательно это будет, извините, продолжаться. Спасибо всем большое. Спасибо. Арканджело Карелли, Жига, исполняют преподаватель школы Сергей Александрович Сучков и его ученица София Григорович, партия фортепиано, диплом всероссийских и международных конкурсов Марина Геннадьевна Тяхна. Thank you.
давняя и добрая традиция связывает школу с военно-музыкальным училищем. Но здесь есть еще одна маленькая особенность. Директор школы имени Блажевича в далеком 1970 году закончил тогда еще и я приглашаю на сцену начальника Московского военно-музыкального училища, заслуженного артиста России Александра Петровича Герасимова. Уважаемый Владимир Григорьевич, уважаемые друзья, сегодня мне дано право поздравить прежде всего удивительную школу от имени военно-артистской службы Вооруженных сил Российской Федерации. Я это делаю с громадным удовольствием, потому что многие выдающиеся дирижеры, которые после военной карьеры приходили в музыкальные школы, в музыкальные училища, и, собственно, возобновляли все новые и новые поколения духовиков, и до сих пор, я знаю, трудятся в том числе и в этой удивительной школе, которая уже 30 лет дает великому городу Москве, не только Москве, потрясающих выпускников, которые поступают и в училище музыкальное, потом в высшее военно-музыкальное училище, музыкальное училище, хотя и много поступающих в Московское военно-музыкальное училище, в институт военных дирижеров. И, конечно, с большим удовольствием хотелось бы поздравить от имени Московского военно-музыкального училища, который я представляю, выпускник которого является сегодня директором этой удивительной школы. И я хочу вам пожелать процветания, конечно, чтобы еще минимум 10 раз по 30 лет эта школа делала великий город красивее, добрее и светлее своими выпускниками. Спасибо большое, всего самого-самого наилучшего, ну и небольшой громкий подарок.
от лица Государственного музыкального колледжа имени Гнесиных. С поздравлением мы приглашаем на сцену заведующего отделом духовых и ударных инструментов, заслуженного работника культуры Российской Федерации, профессора Владимира Александровича Докшицера. Thank you.